Всем здорово, геймеры, с вами Мавик, играем Киберпанк 2077 и начинаем прохождение каких-то дополнительных миссий. Перед этим хочу создать какое-то оружие. Что там можно пострелять? Слушайте, у нас была когда-то, я снимал видосик, винтовка снайперская умная, Ашура. Но она была или простая, или редкая. А у нас есть возможность создать легендарную совсем за чуть-чуть. Смотрите, что нам надо. Нам редких компонентов 16, 16 и один легендарный. Все. Изготовить. Изготовлено, можно еще что-нибудь сделать там для ближнего боя. Да, да нет, у нас в принципе есть вот такая вот херня. Инлун. Ну это не херня, конечно. Такс. Мы ее сделали. Снарягу надо ее закинуть. Так, у нас есть град. Град 312 единиц урона в секунду или 1427 единиц. Так, Ашура. Блин, ну Ашура 1029. Ну, это покруче будет, чем... Покруче, наверное, чем град. И что у нас по критическому урону? Критический урон Ашура... Плюс 167. Нифига себе. Задержка выстрела 0,05. Так, плюс 10% вероятность отравления. 5,67 коэффициент урона при попадании в голову. Коэффициент урона при попадании в голову у нас град 3%, а здесь 5%. Химический урон наносит она еще. Вероятность критического попадания 60%. Ну блин, а град намного круче. Давайте-ка, у нас только 3 ячейки можно вставить. Что можем ставить? Можем ставить уменьшение урона от врага, по которому вы попали. Увеличение урона по конечностям. Не-не-не-не-не. Нет, конечно, я не хочу это менять. Я сюда хочу. И что это такое у нас? Увеличивает критический урон на 8. В эту ячейку. Надо еще к оружейчикам здесь бегать. Да, что-нибудь еще прикупить для этой винтовочки. Будет нормальненько. Итого у нас 1055. А улучшить ее-то можно? Улучшение сразу сходу. Ха, ребята, мы ее даже можем улучшить. И компонентов мало надо тратить. Сейчас мы... Ух, нихера себе, даст 1000. А что дальше? Повысить уровень, чтобы улучшить этот предмет. Уровень чего? Создание? Улучшение? Уровень чего? И ее? Какой уровень получше? Так, создание, возможно. Мы с нее постреляем. Так, проверили, как прицел выглядит, ребята. Умная винтовочка. Вот так вот. Но она умная, да. Она будет стрелять, лететь туда, куда нам надо. Там главное найти нам цель. Допустим, раз, вот эта цель. И можно спокойно стрелять, видите? Короче, мы когда наводим на цель, сразу же точки поражения. Видите? Это в туловище, а это в голову сразу же целится. Так что по стелсу можно нормально работать. А нет, подождите. А сколько, если... Один только патрон? А ну-ка. Один патрон. Но это, блин, это долго будет, конечно, перезарядка делать. Все, погнали на задание. У нас задание сегодня какое? На карте я себе сразу же отметил. Я еще туда не ездил, ну, только второстепенное какое-то, я не знаю. Что там? И что еще хотел показать? Смотрите, как надо парковать мотоцикл. Это я его там припарковал, но видосик не снял. Ну, было охрененно там припарковать. Короче, просто проник сквозь забор. А выехать обратно не могу. Вот такие вот дела. Значит, вызываем... Арчи, Аполло. Аполло, Скорпион. Да ну. Честь стоять! Вот, наконец-то, меня мой мотоцикл сбил. Ты никогда не мог сбить меня мой мотоцикл. Don't look. А в прошлой серии мы приоделись. На 1500 брони сделали себе. Легендарочек разных. И могу даже одежду сделать легендарную. Уже
Уже так быстро приехали на задание. Мы недалеко находились, в принципе. Эй, эй, ты, братан, отвези криперу, у меня тут... Что? Я тебе заплачу! Что случилось? Скажи хоть, что с тобой случилось. Ты серьезно? Тебе историю болезни показать? Блин, его надо на заставку сделать. Серьезно, что ли? Ты серьезно? Да, я серьезно. Я просто хочу убедиться, что у тебя не киберпсихоз. Нет, это... обычный сбой импланта! Ясно! Теперь поможешь! Сбой импланта? Окей, ладно. Ладно. Подъехать на машине. Ну что стоим-то? Давай машину быстро! Смотрите, я даже не вызывал машину, она сразу появилась. Быстро сели. Садись, чел. Или прям к тебе подъехать. Ты... Садись, садись, не обоссысь. Что за сбой импланта у него? Как далеко ехать? Нифига себе, что, ближе нельзя какого-то рипера найти? Езжи ближе. Гарантия наслаждения, говорили они. Дай-ка угадаю. Мистер Перчик, модель XCV-19. Откуда ты знаешь? Неплохо разбираюсь в имплантах, в том числе и запрещенных. Они все с браком. Была отзывная компания, но на черном рынке они еще попадаются. Я это... благодарен, что ты не стал надо мной стебаться. Мистер Перчик? Честно скажу, это было непросто. Иди ты! Везу тебя спасать, твой мистер Перчик. С браком. Твой... Чи-чи-чи-чи. Ты везунчик. Обгони, сбивай их нахер! Пошел ты. Расслабься, Чумба. Сейчас уже поедем. Это ты мне советуешь расслабиться? Ай, как горит! Как жжет-то, сука! Уймись. Делаю все, что в моих силах. Секс... Я так девчонке один Чуть... раз и сказал. Она психанула. Подожди, я в секс-шоп зайду. Господи! Не могу выйти. Я думал в секс-шоп его завести. А можно так не орать, пожалуйста? Да ты хоть знаешь, как это больно! Я как будто мясорубку выебал! Ну, что тебе сказать? Страдай молча. Что не убивает, делает сильнее, Чумба. Смешно обоссаться! Горячий перчик. Не могу! Не могу! О, я первый раз сбил там, где вода. Потом заплачу! Позвоню тебе! Но... Уровень новый. Сходу. Не могу! Не могу! Пощади, я тебе ничего не сделал. Посмотрим, куда дойдет. Проводим. Сука, больно! Как же больно-то, блядь! Пощади, я тебе ничего не сделал. А кто это вообще такой? Я не хочу умирать! Жжется! Сука, как жжется! Заходи уже, жжется тебе, не мнется. Ти-ти-ти. Хотел посмотреть, что там происходит. Так, ладно, будем смотреть, как снайперка работает. Нет, я не хочу умирать. Прям в голову, 44 тысячи критический урон. Я 8 тысяч. Не прячься здесь, не прячься, прошу тебя. Один выстрел, 10 тысяч критика. Ич, блин, да это ж на... Пока месть у того жжется, я тут снайперку прикольную-то сделал. Да хватит кричать-то уже.
сейчас просто оттягиваешь неизбежное. Блин, прикольная винтовочка, ребята. Она реально крутая. Томагавк взяли. О, патрончики должны быть. Нет, это не патрончики, это обычные компоненты. Короче, на этом видосик будем заканчивать. И в следующем видосике я сразу же буду пилить именно сугубо про эту винтовочку. Это будет прикольно. Увидимся сразу же после этого видео.